Прокурора Одесской области Николая Стоянова уволили с занимаемой должности. В связи с этим митингующие под зданием областной прокуратуры закончили акцию протеста и разобрали свой лагерь. Об окончании прокурорской эпопеи длиной больше двух недель следующий сюжет. Один из самых напряженных дней митинга под областной прокуратурой. Вторник, 12 апреля. На Пушкинской 3 активисты заблокировали здание. На месте большое количество правоохранителей. Приехал лично начальник областного управления полиции Георгий Лорд Кипанидзе. Вы знаете, что пока совершается много преступлений, много убийств. Вчера тоже одно убийство. Без прокуратуры я не могу ничего делать. Сейчас уже 2 мая, и должен полиция как-то отчитываться, следствие перед народом, не только Одессе, но и Грузии, и перед украинским народом. Я без прокуратуры ничего не могу делать. Поэтому у меня такая просьба. Вот один ход, который был вчера, позавчера, вот это как-то открыть, чтобы мы все могли работать, потому что есть много потерпевших. Есть многие пострадавшие, которые страдают. После переговоров митингующие здание разблокировали и стали ждать реакции на свои требования. Президент Украины Петр Порошенко направил письмо исполняющему обязанности генпрокурора Украины Юрию Севруку с просьбой освободить прокурора Одесской области Николая Стоянова от должности в порядке люстрации. И хотя еще 4 апреля в ГПУ не видели причин для увольнения, в пятницу там уже огласили результаты проверки Стоянова в соответствии с законом об очищении власти. Приказ об увольнении митингующих зачитал первый заместитель прокурора Одесской области Олег Жученко. Видано наказ номер 69К, яким Стоянов Микола Степанович звільнено з посади прокурора Одеської області та з органів прокуратури. Ми щасливі, що то, ради чого ми здесь стояли 2 недели, все-таки случилось. Исполняющим обязанности пока будет Жученко. И это тоже кандидатура нас всех устраивает. Поскольку требования митингующих были выполнены, лагерь из-под областной прокуратуры активисты решили убрать. Уже в субботу днем. От митинга, который продлился 17 дней, не осталось практически никаких следов. Александр Полуев, Алексей Пережилин, Игорь Казанжи, 7 канал.